Путин проинформировал Макрона о провокации украинских радикалов на ЗАЭС. Президент Путин рассказал Макрону о провокации украинских радикалов на Запорожской АЭС. Москва, 6 мар, РИА Новости. Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации в районе Запорожской АЭС, которую устроили украинские националисты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. По данным Минобороны, в ночь на пятницу около АЭС украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии, выполнявший патрулирование территории. Из окон учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его. Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Канашенков. Во время телефонного разговора Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на Украине. Путин же отметил, что попытки переложить ответственность за инцидент на российских военных – это циничная пропаганда. Президент добавил, что вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность провокаций. Как напомнил Путин, Киев по-прежнему не выполняет договоренности по эвакуации гражданского населения из районов, где идут бои. Так, несмотря на режим тишины, украинские националисты не дали выйти мирным жителям из Мариуполя и Волновахи. Российский президент предложил Макрону активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими